считаете, тяжело. А если это бабушка, дедушка, дети, а дети вперед бегут, не думая, вот и все. А здесь толкают, и что получается? Посмотрите, вот, видите, здесь расстояние какое. А здесь соскакивает туда, и оп, и падает. А дальше у него уже нет настроения идти в аэропорт. И вы теряете. А мы человека можем потерять и туда. Вот об этом речь идет. Здесь просто надо поднять вот до этого уровня. И тогда человек сходит, он уже будет по-другому себя чувствовать.